Добро пожаловать на канал Лекарь Травинка. И сегодня мы с вами будем тренировать одновременно и суставы рук, и деятельность своего головного мозга. Это тренировка и для суставов, и для мозга. Давайте начнем. Итак, если у вас на работе аврал, у вас очень много задач, вы с ними не справляетесь и в голову не приходит ни одной новой свежей мысли, я рекомендую сделать вот такое упражнение, которое активизирует мозг. Берем в каждую руку по листу бумаги и начинаем разминать. Старайтесь разминать очень хорошо, так, чтобы из листа получился вот такой комок. То же самое делаем второй рукой. Ну а теперь оба одновременно. Это отличная разминка для наших пальцев, для мышц рук, для суставов рук. И одновременно мы активируем работу своего головного мозга. Мозги начинают быстрее работать. Проходит усталость и повышается настроение. Очень рекомендую делать такое простое упражнение у себя в офисе посреди рабочего дня. И вы сразу заметите, что вам гораздо легче дальше продолжать работу, и появляются новые идеи. Вот такая практика двух листов бумаги. Ну а сейчас сделаем более сложное упражнение. Ну а сейчас мы его немного усложним. Ускоряем движение, стараемся делать все то же самое, но быстрее. И убираем средний хлопок. Не ошибайтесь. Ну а теперь стряхиваем ручки, отдыхаем, наши запястья теперь будут легче работать, и пальчикам тоже становится легче. Вот такая пальчиковая гимнастика, она очень и очень полезна. Кстати, наши пальцы и наши запястья, они напрямую связаны как раз с обеими полушариями головного мозга. Так что, занимаясь пальчиковой гимнастикой хотя бы 10-15 минут в день, мы с вами защищаем свой мозг, мы защищаем его от старения. Мы активизируем память, мы активизируем концентрацию, мы улучшаем свое мышление. Поэтому не жалейте времени на вот такие простые и в то же время полезные упражнения.